Всем привет, канал Ирина Цветики. Заглянула сегодня в Оби, торговый центр Азмол, город Краснодар, и увидела вот приятную неожиданность, две новых тележки с цветочками. Ну, тут из прошлого завода довольно много. Беглипчик, помним, да, был. Ну, он симпатичный очень. А вот эта красавица, тоже я ее снимала. Ну, она бледненькая. Если была она поярче, как вишня, например. Как морозная вишня или зимняя вишня называют. Конечно, на нее был бы спрос. Смотрите, вот тут пиратик. Как-то в стороночке я отвернулся. Может, кто-то поставил. Такая пятнашка, она на самом деле фиолетовая, ну смотрится вот бордо, я даже не узнала ее немножко. Свитшуга пахнет на весь магазин, я вам скажу. Сквозь стеклянный потолок, сквозь стекло проникает солнце. И они так сильно пахнут, но я по-прежнему ищу цену. В прошлый раз я так и не нашла, повертела. Ну, поискала цены, написано, что на горшочках. Ну, на всех остальных горшочках есть цены, видите, этикеточки, да? А вот на анцилиумы нет. Мультифлоры сегодня вот такие темненькие, ну, на них солнце падает. И светло-розовые венозные, очень пышные кустики. Тут разные вариации. С розовыми язычками, желтыми язычками. Ну, вот, что это у нас? Это камбрия. По-моему, бургера, вот цена видна, 1400 рублей из одного рубля, такая маленькая, маленький стакан такой средненький. А вот тут хоть завертись, ну нет, слушайте, надо, наверное, вот этот пакет снять. Но обычно в такой упаковке клеют сверху, да, вот его втаскивать, не хотелось бы его тревожить сильно, потому что все-таки... Если вот 10 человек пройдут, если не 100, и вытащат, то это уже будет 1800 рублей. Свитшуга. Ну, дороговато. Хотя вот тот куст, что я доставала, он очень пышный, очень красивый. В принципе, ну, он стоит того. А вот мультифлора тукан. Ну, и там по-разному тоже называют, несколько названий. Вот еще раз покажу, 1800 рублей. Это у меня выключилась камера, и я вот заново стала снимать. И не помню, попала в камеру или нет вот эта цена, которую я так боролась. Минички 800 рублей. Тоже без одного рубля традиционно. Да, их полили, они вроде как бы оживают. Все равно на вид вяленькие цветочки, свежести от них как бы не веет свежести. То же самое могу сказать вот про новый завод. Такое ощущение, что они не новые, но скорее всего они стояли на складе, их вот сейчас собрали, обе удачно продала вот партию предыдущую. Потому что ни одного я не заметила цветочка из предыдущей партии. Ну, кроме розовых, белых. Они их вот подставляют на стол, и они стоят. А вот что-то такое знаковое. Вот белый беглипчик с сиреневой губой. Посмотрим, что в этот раз интересного есть. Правда, самую интересную я проморгала. Я пока смотрела вверху тележки. Девочка внизу вытащила отличный куст. Фэнси. Помните, желтую такую фрапу? Рабелла. Рабелла великолепные. Несколько штук было замечено. Крупные цветочки. Она переливается. Ну и корни достаточно неплохие. Тем более есть выбор. Я не все смотрела, но так, одним взглядом. В принципе, нормальные корни. И вот девочка вытащила фэнси. Там 3 или 4 цветоноса. Очень пышный кустик. Очень красиво. А вот похоже на радужку, но немножко не так. Я вот в прошлый раз в Леруа такую видела.
Настоящую радужку я не взяла, потому что там была проблема с корневой, с шитой. Вот еще одна ровела. Это я уже выпустила и снимаю с пола, почти стоя на коленях, нижнюю часть. Розовый дракончик. Меня просили манхэттены. Я перебираю каждый цветочек, еще в миксе манхэттен. Но, к сожалению, сегодня не попался мне манхэттен, хотя он мне очень нужен. Его ждут соседки, которых надо отправлять. Ну, красивый большой куст. Вот на солнышке покажу. Ну, это розовый дракон. Манхэттен, он темнее, конечно же. Хотя такого большого различия нет. Поярче он выглядит, и цветы крупнее, немножко другие. Что у нас еще есть? Дебора, вижу. Вот еще одна ровелла. Мне показалось, что у нее загибается. Думаю, а вдруг там пилорик или какой-нибудь бантик? Нет. А вот калейдоскоп. Ну, перебью сама себя. Меня просили темную вот, разновидность. Ее, ну, посмотрите, какие корни. Ну, я опять не решилась. Я вчера показывала в разных магазинах. Бернадетту эту, вот меня сегодня дополнительно попросили еще один человек купить именно темную. Вот. Ну, вот как с такими, пока она высохнет, ее корни, вот, которые сегодня, видимо, полили, замочили, а у нее все корни сгнились. Я куда ее буду посылать? Нашла майю, просили меня, ну вот если у нее приличные корни, зелененькие, что я могу сказать плохого про нее? Я ее высушу быстро, и все у нее будет хорошо. Просили деревца, ну тут пока не видно в пакете, насколько оно так разветвляется. Ну, если не понравится, то будет свободная майя. Майя была одна тут в миксе, поэтому выбора такого не было. Ну, я ее забрала. Потому что майю давненько уже ищу. Дебора тоже там на 3 или 4. Вот несколько кустиков, но они дороже, конечно. Я не помню, я цену показывала. Нет, 1000 рублей стоят цветочки сегодня. А вот у которых 3 больше цветоносом, там есть вот несколько кустиков, и 1500. Скажу сразу, по-моему, я даже снимала где-то. Ну, не уверена. Я приехала недавно, я устаю, честное слово, устаю по пробкам. Все-таки. Вроде среди недели. Вот он. Красивый кусик. Вот слегка тоже наблюдает, мне кажется. Меня спрашивали, какая разница между карнавалом и калейдоскопом. Вот это калейдоскоп. А карнавал это такой неоновый беглипчик, светленький, там неон, не белый, молочный цвет такой. Вот, вот чем они отличаются, это два разных сорта. Сама чуть не запуталась. Вот еще вот таких много сегодня в обе. Прямо выбор, выбор, можно выбрать. Ну вот что-то не то. Ну, она нежная, она красивая, яркая губа, нежно-желтого цвета. Так, ну вот беглипчик внизу уже я добралась до второй тележки. И после фэнси, которую девочка выудила, я уже, вот видите, заторопилась, прям заторопилась. Ну, где ж, ну, я не знаю, взяла бы я этот шут. Подумала, думаю, ну, никто не спрашивал, зачем бы я его брала. Но куст был великолепный, я вам скажу. Загребение куста. Поэтому я с утра приехала, ну, все-таки было немножко выбрано. Или вечером, или вот я шла на выход, и там у работниц стояли вот на их стойках, тоже цветочки, видимо, там и работники уже. Ну, видно, что выбирали, уже выбирали. Вот поближе. Обошла кругом, так поставили, что не обойти. Андора, очень пышные пути, почти всегда. И такая красота. Там бухарестник, венозник такой сиреневый. Ну и такая пятнистая.
панда, не панда, коробка, не коробка. Я в них, честно говоря, разбираюсь слабо в пятнашках. Не очень их люблю, честно. Ну, они красивые, они все красивые. И возможно найти некрасивую. Даже самая простая белая, она все равно красавица, когда начинаешь рассматривать. Ну, остались совсем простые. Вот желтый, такого кораллового цвета. И что мы пойдем? Мы пойдем на оценку. Ну, раз был новый завоз, а вдруг что-нибудь уценили, это такая хорошенькая. И бывает, что сортовые орхидейки там или сломают, или уронят. Горшочек разобьется, цветоносик один сломается. И такие ставят тоже на оценку по приличной цене. Ой, вот такую хочу. У меня... Ну, наверное, мыши съели. Она столько деток мне дала, это вот десяток просто. И цветет красиво, нежно-розовая, с каймой коричневой. Ну, 200 рублей, ну, не знаю. Сейчас, наверное, уже поздноватенько. У нас скоро будет жара. Дождички прошли, травка повылезла, все зимние. Лилии уже выросли, банан даже у нас пророс, поэтому скоро будет жарко. Добралась до оценки, орхидей нет. Вот тут что-то, какие-то травки. Традисканция, зебрина. В таком плачевном состоянии. Но она, в принципе, может разрастись от одного листика. Ей все ни по чем, это такое. Ой, красивый лилейник какой. 284. В общем, на лилейнике и лилии тоже пока скидок таких нет особых. Вот лучок красный и белый. Смотрите, как вырос. Смотрите, прямо порвал пакет на лилейник. И так вымахал. Ну, впервые такое вижу. Ну, его давно надо было по 100 рублей поставить. И его купили, возможно. У них были здесь там целые корзинки с посадочным материалом. Ну, вот этот нормальный, да. Может быть, там на теплом месте лежал. Всем спасибо. До будущих просмотров. Пока-пока. Канал Ирина Светики.